Дорогой чеширский котик, скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь. Тогда все равно, куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только долго идти и никуда не сворачивать. А что за люди тут живут? Вон там живет шляпных дел мастер, а вон там живет мартовский заяц. Все равно, к кому ты попадешь, оба они не в своем уме. Почему? Мастер столько возился с болванками для шляп, что вконец оболванился. Теперь его зовут болванщик. Ну, а мартовский заяц вконец окосел. Нет, от весеннего мартовского солнца. На что мне сумасшедшие? Ничего не поделаешь. Все мы здесь не в своем уме. И я, и ты. А можете вы исчезать не так внезапно, сэр? Хорошо. Да, видала я котов без улыбок, но улыбку без кота такого я еще не встречала.